Депутаты городской думы и представители общественного молодежного парламента принимают активное участие в месячнике по благоустройству. Собрать прошлогоднюю листву, привести в порядок зеленые насаждения, подмести дорожки. Сегодня парламентарии и студенты провели средник в Струковском саду. Мы с радостью откликнулись, потому что благое дело, потому что потом нам же гулять здесь, смотреть на чистоту, на убранную территорию. Струковский сад расположен недалеко от городской думы, поэтому депутаты ежегодно выходили сюда на уборку. Традиция была прервана во время реконструкции сада, а сегодня ее возобновили. Показываю пример остальным горожанам, что надо выходить, наводить порядок, потому что весна, снег сошел, какие-то вот мусор там и еще что-то появляется. И сейчас мы наберем силы воли. Возьмем инструменты, уберемся и вновь будем наслаждаться в течение года чистой, благоустроенной Самарой. Принять участие в уборке города могут все желающие. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.